преддверии Дня единения народов Беларуси и России в нашем ВУЗе прошли праздничные мероприятия. Витебским государственным университетом совместно со Смоленским государственным университетом была подготовлена насыщенная программа мероприятий. Старт празднику дал открытый диалог студенческих активов университетов «Молодежь. Единство. Будущее». Лидеры студенческих организаций активно обсуждали вопросы самоуправления, а также делились опытом в проведении мероприятий. Сотрудничество двух вузов продолжается уже на протяжении 8 лет в области культуры, науки и образования. Преподаватели, студенты, магистранты и аспиранты регулярно принимают участие в совместных конференциях и других научно-образовательных мероприятиях. У нас были совместные программы. Очень хорошо здесь поработали юристы, гуманитарии. Были выиграны конкурсы по фонду фундаментальных исследований. И даже сотрудничество так называлось, приграничное сотрудничество. И оно вылилось в хорошие монографические работы, учебные пособия, в реальные обмены коллективами. Ну и, естественно, молодежь дала нам задор для того, чтобы вот проводить такие совместные и ток-шоу, и совместные фестивали. Очень крупным мероприятием было мероприятие «Славянский базар молодежи» в Витебске. Конечно, это очень такое эпохальное событие, которое прошло. Мы будем традиции этим будем продолжать. Однако встреча руководства в этом году носила новый формат. Дальнейшее сотрудничество молодежи университетов – главная цель двустороннего взаимодействия. Пару лет назад, в том числе и руководствуясь вашим опытом, и по разным программам и проектам, которые финансирует Министерство образования и науки Российской Федерации, мы идем по этому пути. То есть мы хотим студента поставить вот в то русло возможной их самостоятельной деятельности, в котором они сами будут реально, а не на бумаге, решать многие вопросы. Вот здесь вы существенно впереди, здесь мы хотели бы у вас перенять многое. Итогом праздничных мероприятий стал концерт «Две судьбы. Одна дорога» с участием творческих коллективов, университетов и Полоцкого колледжа ВГУ. Незабываемая атмосфера, царящая в зале, стала доказательством настоящей многолетней дружбы не только между университетами, но и между двумя братскими народами. Мы снова здесь, в этом прекрасном зале, с замечательными зрителями, в этой теплой атмосфере, чему мы безумно рады. И весна, наверное, вот начинается с Витебска в этом году для нас. Вот действительно, поездки в ваш город, да, Витебск, ваш университет, это такое очень приятное воспоминание всегда, да, и мы рады приезжать к вам и вот танцевать действительно в такой потрясающей атмосфере. Зрители невероятные прям, поддерживали. Спасибо большое. Приятно, да. Елена Юхнова, Андрей Кравченко, Вадим Оленец, ТВУ.